Добрый день всем. Сегодня в нашем расписании посещение Грачанской площади в Пражском Грачи. Ежедневно в полдень здесь происходит почетная смена караула. Именно посмотреть это зрелище мы и пришли сегодня. Пару слов о Пражском Граде. Пражский Град – это самая большая крепость Чехии, протянувшаяся вдоль вершины холма на левом берегу Вултавы. Это крупный историко-политический и культурный центр страны, основанный еще в IX веке. Это без привлечения главное шоу чешской правительственной резиденции. Это смена почетного караула. И посмотреть действительно есть на что. Высокорослые красавцы, гвардейцы в парадной форме торжественно чеканят шаг под щелканье многочисленных фотокамер туристов и прохожих. Я в их числе. Смена почетного караула в Пражском Граде происходит каждый час. Причем настолько точно, что по ним можно сверять часы. Особенно торжественно этот процесс выглядит у президентского дворца. Один раз в день, ровно в полдень, под музыку военного оркестра, собирая огромную толпу туристов. Посетить это мероприятие обязательно должен каждый турист. Службу несут стражи президентской гвардии, что-то вроде российского королевского полка. Впервые почетный караул появился здесь в 1918 году для охраны президента Масарика. Во время Второй мировой войны служба гвардейцев была упразднена. Сегодня в президентской гвардии служит около 1000 солдат. Во время встреч на высшем уровне с участием глав иностранных государств они обеспечивают охрану града и участвуют в проведении воинских церемоний. Пражский почетный караул считается одним из самых модных в мире. Лаконичную и стильную форму для гвардейцев придумал голливудский дизайнер Теодор Пистек, работавший над костюмами в фильмах «Народ против Ларри Флинта», «Вельмонт» и так далее. В этой форме воины впервые появились на посту 15 марта 1990 года во время государственного визита федерального президента Германии Рихарда Карла фон Вайцкекера. После многочисленных попыток мне так и не удалось узнать, что за мелодия звучит при смене караула. Мне кажется, что каждый раз они играют что-то новое. «Отсебятина» называется. Но если вы знаете, я буду благодарен, если вы поделитесь этим в комментариях.
Об этих ребятах снимали уже много фильмов. Я же не первый о них снимаю. А вас уже снимали? Не стесняйтесь, напишите в комментариях. Я, между прочим, в своем детстве снимался в фильме, а потом пошел дождь на молдавской киностудии. Но, к сожалению, фильм до сих пор не оцифрован, поэтому снять его не удалось. Vienen unos para que llevan los otros.